Доброе утро, ебать. Пошел следующий день, а картина, блядь, не меняется. Ладно, хуй с ним. Вроде начинает приходить в исходный вид. Кто-то, кстати, спрашивал, что по черку. Клиент пригнал и сказал, нужно делать, ебать, все. Все нахуй. Все. С дуры, кстати, привезли все-таки рейку с ремонта, и, блядь, ее на удивление получилось отремонтировать. Кстати, извиняюсь очень сильно, что не отвечаю всем в инсте по поводу, какую машину купить и так далее. Появилась идея просто запилить ролик в YouTube по поводу, какую лучше машину взять в разных ценовых категориях. Как вам? Если да, да, нет, нет, можем сделать. Доброе утро, ебать. А говорят, что мы, блядь, не ремонтируем русские автомобили. Вранье, получается. Знаете, в мире нихуя неизменно. Так же неизменно, блядь, как уровень, блядь, техники безопасности второго специалиста. Он называется, я его все ебал. Стоит, горелка нахуй горит, блядь, наполовину наклоненная. А ему похуй, он абсолютно, посмотри. Абсолютно, абсолютно похуй, да, конечно. Ехало, блядь, вот такое говно. Один человек, который собственник этого автомобиля, он, конечно, очень рад, что оно заехало. Но, если честно, блядь, мы не особо. Тут как бы легкая неисправность, совсем легкая. Ну, я бы так предполагаю, это будет самый быстрый видос по поводу поиска этой неисправности. Скоро узнаете. Там, ебать, что-то нахуй происходит, блядь. Собственник Ниссана, блядь, помогает делать машину. Хуля, купил Ниссан, еби с ним сам. Правило работает, блядь, как ни странно. Доброе утро, ебать. В мастерскую прибыло немножко японского качества. В мастерской полный пиздец просто происходит. Не буду все показывать, а то спалю видос. Пора работать.